Специализированная пожарно-спасательная часть была создана 1 июля 2013 года на базе уже существующей спецчасти 150-й 40-го отряда. В состав специализированной пожарно-спасательной части входит 7 служб. Это химическая служба, водолазная служба, служба робототехнических средств и беспилотных летательных аппаратов, медико-психологическая служба и инженерная служба. Водолазная служба состоит из 9 человек личного состава штата, оснащенная полностью экипированная водолазным оборудованием и обмундированием. На службе в армии прошел обучение на водолаза в школе водолаза в Севастополе. В дальнейшем служба проходила в армии, в основном на флоте. После службы в Севастополе проходил службу в Каспийском батальоне морской пехоты. При проведении ведении боевых действий был награжден медалью Суворова. После службы в армии пришел в 3-й РСО, 3-й региональный спецотряд, на должность водолаза. Неоднократно участвовали в спасательных операциях, выполняли и судоподъемные работы, небольшие работы по поиску. В дальнейшем, когда образовалась специализированная пожарно-спасательная часть, пришел на службу уже непосредственно сюда, на должность начальника водолазной службы. Ребята, и я лично, и руководство помогает в создании материальной базы. Пригласило нас Министерство обороны для проведения водолазных работ, связанных с поднятием боеприпасов времен войны на Паринском гидроузле, что и было, в принципе, проделано довольно-таки очень короткий период. Там же была нами обнаружена и поднята башня танка Т-70 времен войны. Буквально через неделю в хуторе Апарчин участвовали в разминировании бронекатера, опять же, времен войны совместно с поисковыми организациями.